Привет, мои друзья! Сегодня, короче, будет этот, как его, блядь, мажорный, элитный, короче, алка. Короче, знаете, что элитный? Это такая вот русская эстрада. Русская эстрада танкист. Я не был танкистом, я был похуистом. Короче, пограничника не был. Сейчас я, короче, это... Сейчас мы откроем бутылочку. А цепочку она там будет всегда. Почему? А ты давай за внучку. А почему она там будет? Зачем она тогда нужна? Блядь, сейчас это какую ебучая шторка нахуй. Блядь. Давай я закрою, прицеплю. Возьми эту прищепку вниз прицепи, и там еще одна лежит в середине. И вон туда за батарею ее. И за батарею надо. Да все нормально. Загнуть. Что такая? Так, ну потому что я бешеный. Потому что водка же, блядь, дорогая. Элитная. Да что грибы? Домоводку купил. Блять, кухня это пиздец. Ну это Сашки. Давай себе за внучку. Причем здесь внучка, блять? Не знаю, там стакан за внучку. На, держи его. Не надо за внучку пить. Короче, я ему сейчас отнесу, по-моему, сама ты найдешь. Вот сюда давай, на. Прибивай. Налил кока-колу себе? На. Вообще бокал у тебя был, когда чистый, блядь? Так. Ты за внучку доставай. Так. А мы что, блядь, за внучку пьем? Ну вообще ты за внучку будешь сюда пить, ну. Ну сейчас. Я ее вижу, блядь. Ну давай. За внучку дей, пусть. Блин, за танков, да? За танкистов? Нет, что там написано? Поставь. Что за меня вообще пить такую жару нельзя? А думать тоже нельзя. А грибочки можно собирать. Мы собирали боровичков. Блять, нихуя уже сделал. Боровички какие-то. Ладненько, там. Давайте, друзья, за вас, чтобы у вас все было клево. Ну-ка, водочка, говорит, хорошая. Ну, какие грибочки. Красавчики. Ну, в принципе... Как будто деревянные. На ледяную арму какую-то, похоже, которая первая была. Я из... Из-за цепочки это лимитированная серия. А зачем она там нужна, эта цепочка? Выкидывать, что ли? Ну, это бутылку разбивать. Делать нехер, делать. А бутылку разбивать цепочка нахуй, если трется. Так зачем тогда так делать? Не знаю, там. Там, потом выкинуть бутылку и будет там, там. На свал, если на свалке увижу, заберу. Надо разбивать. Ну, это, наверное... Я не знаю, простую железяку, что надо туда не сделать, она же будет. Угу. Может, медицинский? Вы же не покупай такую водку. Я потом абсенс хочу. О, если хотите, помогите мне на абсенс. Закиньте 2500. Какой еще абсенс? Водка абсент. Я хочу стать элитным алкашом. Помогите мне спиться элитным алкоголем. Пожалуйста, донайте мне большие деньги, чтобы я спивался элитным. А не, ну, чтобы я спился элитным. Там. На Бакарди, на Джек Дэнос, на Джим Борис. Это много. Много всяких прикольных алкогольных, да? Это сколько не... На 40, да? Кто? Да. Она и легко пьется. Кстати, короче, она по первому городу не стоит. А вообще она хоть торкает? Может, это вообще вода? Водка вся говно, нельзя ее пить. Не, ну смотри, как элитно сегодня. Вот. Ну так за такую цену, конечно, элитно, блядь, еще. И просто та,
Татара это такая, а сам этот алкоголь, блядь, один и тот же. Враг не пройдет нам. С одной бочки наливают, только тару. Вот. А можно бутылку оставить? Русская. А что ее оставлять? Охуенно, зацепочку заберешь. Ну, сама ее вытащишь. Так она, наверное, как-то вытаскивает. Танк. Танк надо взять и стенку поставить. Ну да. Красиво. Некоторые коллекционируют вот это. Бутылки, да. А если у нас бы замок был бы, храм какой-нибудь, храм были, бутылочки, представляете. Так, а мы сегодня за грибочками ходили, еще колбасочка. Вот они, красавчики. Да? Деревянные. Mm. Вот это деревянные, да? Хорошая водка. Русский эстрада. Пахнут как? Там еще какая-то водка березка 1500. На грибами заедаешь. А, девчонки, кстати, короче, свободны, может кому-то нравлюсь. Можно закарепаниться. Можно с вами закарепаниться, если кто хочет. Может, чтобы он не кидался. Он нападает на всех, когда не позовут. Не, на сайте, короче, я не алкоголик. Давай. Если я был бы алкоголик, чуть-чуть. Я бы никогда бы элитное бы не покупал. Жалко же, блин. Элитный. Все, хватит. Нельзя пить жару, блядь. Лить не можно. Что завтра с грибов будем делать? Жарить опять или суп варить? Не знаю. Давайте, друзья, за вас. Еще эти... Завтра воды не будет, кстати. Надо набрать, чтобы грибы эти, грузди вымачивать. Да? Угу. Что не ешь, ничего пьешь? Я уже пьяный. Так а зачем ты не ешь такую духоту? Надо не пить, а лимонад пить. Я придет. А Дитер сидел у нее слюна с Арташлана. Она, бедно, она жаре нас ждала, она была с собой взять. Она потом упала, она встанет. Закрой дверь! Закрывает. А помнишь, они жуля? А что она орёт, закрой дверь, там благовоние. Я, бля, люди, кто обожает благовоние, пишите. Не, девчонки, серьезно, кто хотел со мной встретиться, давайте. Вместе будем ролики сниматься, а бы подниматься, все будет нормально. А то... Зайка сказала, что я типа свободный. Ну свободный, свободный. Она говорит, что я больше никого не думаю. Да ну нахер. Не она вторая. Ой, не она. Да, вторая. Не она последняя. Жара, духота, а я водку пью. Жара, духота, а я водку пью. Жара, духота, а я водку пью. А что как надувается, как паруса. Уйдях ты. Ладненько, всем пока, вас всех люблю, подписывайтесь. Если хотите, донатьте меня. Если хотите меня споить, донатьте мне на шикарный алкоголь, я буду пить. Всем пока. Я элитный алкаш. Панки хуй, масяки я.